трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин, водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. Водители-новички стали реже попадать в аварии, уверяет нас Федерация объединения автошкол России. С января по июнь 2016 было зафиксировано ДТП с их участием на 21% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. В 2015 цифра упала на 26%. Это, убеждены в Федерации, итог планомерного увеличения качества обучения в автошколах. Глядишь, скоро новички будут ездить лучше водителей с многолетним безаварийным стажем. Трасса 101. Чем вы занимаетесь в пробке? На этот вопрос предложили ответить московским автомобилистам. Самым популярным ответом оказалось изучение иностранных языков. На втором месте просмотр фильмов, на третьем – уборка салона. Немало тех, кто ловит покемонов, занимается йогой, просто пьет кофе или переодевается для работы. Каждый второй респондент заявил, что ежедневно проводит в заторах почти полтора часа. Кстати, на заметку тем, кого в Москве угораздит оставить машину в неположенном месте. С 1 сентября в столице начали действовать новые тарифы на эвакуацию. Ценник для авто с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил – 3000 рублей. От 80 до 250 – 5000. Свыше 250 – 7000 рублей. Для сравнения, эвакуация легковушки в Кирове обходится в 1500. Трасса 101. Журналисты одного из немецких изданий сели в нашу Ниву, Лада 4х4, и разогнались на ней до 137 км в час. Больше не смогли. В результате вазовская модель, которая продается в Германии под названием «Тайга», заняла первое место в списке самых тихоходных авто, доступных для покупки в ФРГ. Второе место с показателем 140 км в час досталось Suzuki Jimny. Бронза у Ford Tourneo Connect – 145 км в час. Трасса 101. В воскресенье 4 сентября в нашем городе пройдет полумарафон «Вятские холмы», в котором примут участие более 1000 человек. Бегать они будут по Октябрьскому проспекту от улицы Профсоюзной до Маклина. Данный участок закроют для транспорта с 10 часов утра. Движение возобновится в 3 часа дня. Также в это время нельзя будет проехать по Московской от ее пересечения с улицей Горького до Театральной площади. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.